Проект «Попади на ТНТ» добрался до финальной точки своего маршрута – Владивостока. Мобильная студия проехала по городам России, чтобы снять новый эксклюзивный контент с участием своих зрителей. Так жители приморской столицы смогли попробовать свои силы и попасть на экраны федерального канала, да еще и в компании звезд. Специально для этого телеканал организовал готовый съемочный павильон. Здесь и гримерка, и студия, и команда профи. От визажиста до режиссера. Строите глаз, так, управляете волосы, затем кидаете взгляд на маршрут сувера, на дефис. Помахали ей вот так. Затем кадр, шеф, кадр у вас точно поцелует, и улыбаемся. Несколько дублей, небольшие поправки от режиссера, и вы в шаге от цели – попасть в эфир телеканала. Кроме того, организаторы приготовили конкурс с призом 50 тысяч рублей. Для этого нужно записать ролик на нашем мероприятии, выложить его у себя в социальной сети ВКонтакте на своей страничке и поставить хэштег «Стань блогером ТНТ, нижнее подчеркивание Владивосток» и хэштег «ТНТ здесь». Лучший ролик из города Владивосток заработает 50 тысяч рублей. В ходе проекта была организована имидж-поддержка продуктов телеканала. Так любой желающий мог почувствовать себя героем шоу «Танцы», исполнив движения, название которых генерировал компьютер. Движение – это робот с точками. Все, друзья мои, аплодируем, поддерживаем Натали! Вот так! Владивосток, аплодируй! Еще! Еще! Весь отснятый материал выкладывается в официальную группу ТНТ ВКонтакте, чтобы каждый мог поделиться началом своей актерской карьеры с близкими и друзьями. Отметим, что Владивосток стал рекордсменом по количеству роликов, отснятых за один день на протяжении двух туров проекта «Попади на ТНТ». Всего в 26 городах было снято более 6 тысяч роликов. До 1 ноября телеканал определит по 10 счастливчиков из каждого города, которые попадут на экраны ТНТ. Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный, новости на 8.